Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов, мы на моем канале Comment Buy. Этот объект вы видели, если не увидели, то увидите. Сейчас мы будем производить первый запуск печи Invicta OVE 10 кВт. Интересная довольно модель. Почему интересно? Давайте сейчас вам понемножку расскажу. Во-первых, у нее, видите, какого качества шнуры. Вот эти шнуры на дешевой печке никогда в жизни вам не поставят. О чем это может говорить? Во-первых, о том, что печка, скорее всего, герметичная. А я надеюсь, что она герметичная, потому что по отзывам и по YouTube горение вы сможете добиться только тогда, когда не поступает лишний воздух в камеру сгорания. Если он постоянно будет поступать вовнутрь камеры, то никакими шиберными задвижками, вот этими регулировками подачи воздуха в камеру сгорания и ограничения воздуха на стекло вы не добьетесь. Это очень важный момент, герметичность. На это не обращает внимания именно покупатели, а продавцы не заостряют, потому что сейчас рынок немножко поменялся, и все идет на удешевление, Конечно, где-то страдает качество, здесь будет страдать качество. Поэтому мы сейчас ее запустим, посмотрим полностью в чугунном исполнении. Она здесь один отбойник у нее на задней стенке для распределения тепла, потому что самый жар будет. И вверху один отбойничек стоит, все. И дальше она пошла вверх. Стекло, керамика, скорее всего, Shotrobox немецкий. Ну да, скорее всего, она. И видите, как сделана здесь. Вот эта вот планка для подачи стекла, она, то есть, занимает где-то четвертую часть. Почему? Чтобы очень хорошо шел обдув, чтобы реально было красиво пламенем наслаждаться. Это очень важно, потому что эта печка, в первую очередь, ну, красота. Все, я начинаю запуск, вы смотрите, будут вопросы, пишите в комментариях. Буквально 2 минуты понадобилось, чтобы отпотело стекло. Вот здесь внизу какой-то есть разлет, но, скорее всего, это от жидкости, которую протирали. Стекло уже чистое. Давайте отведу камеру, чтобы было.
Это сейчас не самый большой открыт, да? Да. Сколько у меня заказчиков, которые отвечали, да, не надо, не надо. И у сестры сейчас тоже больше сейчас поставлю. Просто стоит без дела? Ну, скажу так, это нормальная ситуация, но когда вот холодно наступает, дождь, сырость, когда хочется. Ну, так классно, комфортно. Вот сейчас, по тому, что я наблюдаю, я могу судить о том, что дрова горят довольно медленно. Они не вспыхнули, они не убежали. Поэтому, думаю, эффект будет колоссальный. Пусть горит, следующий обзор я сделаю через минут 20. Будет результат немножко другой. Но на старте вы увидели, что стекло... Обдув стекла происходит довольно эффективно, быстро прогревается, легко запускается. Ну, легко снова же, это зависит от дымохода. Если дымоход сконструирован неправильно, то вы можете ее мучить очень долго. Но мне, как монтажнику дымохода, в первую очередь интересно, как работает именно мой дымоход, который я смонтировал. И вот сейчас она разжигается, разжигается, реально красиво. Снизу подхватило уже. Все, следующий обзор, запуск есть, через 40 минут, час посмотрим, как будет получаться. Пока жнем на паузу. Это первая закладка, прошло уже около часа, видим, как догорает, поэтому сейчас будем делать вторую закладку и уже шиберами поиграем, посмотрим, как именно регулирует на подачу воздуха. Камера, к сожалению, плохо информацию передает, но дверь-то мы откроем. Хочу заметить, что вот эта вот регулировка, она холодная. Это очень классно. То есть я легко ее могу крутить. Что? Нет. Так, это у нас открыто, да? Окей. Да, вот сейчас вообще красиво. Реально, когда наслаждаться, это вот вторая закладка дров. Это уже кайф. Смотри, отверстие, которое сзади в этой в отбойнике, видишь? Оттуда воздух идет, подача на задней стенке. Угу. Тощий. Да, камера не передает просто все здесь, ну, без вариантов. Очень красиво. Давай сейчас даже в таком режиме мы перекроем регулировку немножко. Я постепенно закрываю ее. Ну да. Печка герметичная, печка не дырявая. Это очень важно. Ну, вы видите, что здесь рассказывать. Обычно, когда закрываешь эти вот регулировки без шибера,
на многих моих обзорах, на печенье, неважно за какую стоимость вы купите печку, там 1000, 2, 3, 4 тысячи долларов, очень много печей именно дырявых. И по этой печке я реально сомневался, потому что не монтировал ее и не знал, надо шибер или нет. Но все-таки большинство стояло на том, что шибера не надо, что она работает замечательно. И так, ну вы видите, о чем здесь говорить. Сейчас я буду переводить постепенно, и вы будете видеть, как она будет набирать свою силу. Смотрим. Регулировка очень плавная. В зависимости от того, насколько я подаю воздух, увеличивается именно само пламя. Ну как, класс? Конечно, класс, круто. То есть здесь есть несколько секретов. Первый секрет – это задний отбойник. В заднем отбойнике там есть отверстие для газогенерации. То есть подача воздуха идет через них. Это один из маленьких таких секретов. Ну, конечно, этим никого не удивить, но на это надо обращать внимание. Супер, да. Ну, еще раз давайте для наглядности мы замедлим горение. Вот обратите внимание, на задней стенке завихрение идет. Видите, как затухает? И воздух подается именно оттуда. И ограничивается, ну, оно видно по отверстиям задней, именно отбойника чугунного. Красота. Увеличиваем. Так можно делать целый день, наслаждаясь. То есть сейчас очень экономичный будет, экономичный режим будет, и, ну, конечно, топливо будет минимум сжигаться. Да, одна из немногих печей, которая за последнее время меня удивила. До этого была, если честно, белорусская наша. Метабел Викинг. Класс. Ладно, давайте теперь вот такой приборчик есть, маленький пирометр. Мы побьем про температуру. Насколько она нагревается и где. Вот здесь ручка нагрев вообще рукой держу. Ручку вот эту тоже рукой. Температура, ну, 30 градусов максимум, то в базарный день. Вот здесь вот холодный еще. Давайте проведем. Пирометр настроили. 68-60 градусов. И пошли вверх. Вот здесь уже пошел нагрев. Верхние точки 150. градусов, и сейчас вот началось видно, как начинает процесс полимеризации на красочке проходить, она обжигается. Это нормальная ситуация, когда 200 градусов пошла, думаю. Температура на выходе 250 градусов. Это очень хороший показатель, это не 300, не 400 градусов. 250, то есть, как правило, европейские печки, когда приходят на наш рынок, у них температура там немножко за 300, 300-350 градусов указывают, может 318, но не 400, нет, 400 это что-то неправильно, у них есть норма, и они их придерживаются. От боковые стенки, про что я вам говорил в одном из видео, производители не указывают, а здесь уже рекомендации идут по нормам, по строительным, до горючих материалов, потому что сверху понятно. Есть, да? От чего эта температура зависит? От КПД печи. А вот боковые стенки уже довольно хорошо нагреваются. 300-360 градусов, в нижней точке 265.
Задняя стенка будет немножко похолоднее. За счет отбойника, за счет подачи воздуха 200 градусов. То есть на 150 градусов разбежка. 270 и пошли выше мы. Много или мало, это чугунные печки, поэтому для них это нормальные температуры. Чугун передает тепло снаружи, это норма. И здесь то же самое, температура не должна меняться. Те же 300, 340, 350 градусов. Внизу 170. И давайте уже по дымоходу пойдем. Первый метр 200. И вот температура начала падать. То есть здесь у нас 260-270 градусов. В конце первого метра 167. В конце второго метра 146. На третьем метре 108, 113. И на переходе с оголовка на утепленную трубу температура 90-100 градусов. Где-то выше 99-98. Ну и разделка там 50-43 градуса. Сам сэндвич 49-45 градусов. 50. Если сэндвич был бы весь от начала до конца, то температура где-то была в районе 80 градусов. Все. Ну и здесь понятно, что увеличилось. А давайте уже стенку мы заодно замерим, насколько нагревается стенка за печкой. Да, у этих пирометров есть коэффициенты на температуру, на погрешность, поэтому для каждого материала свой коэффициент должен стоять. В задней точке самое горячее место 88 градусов. Ну и напротив дымохода 66, 60, 59, ну и соответственно, конечно, будет уменьшаться вверху 40 градусов. Поэтому да, если это деревянная стена, обязательно ее надо изолировать. Ну, в таком состоянии с этой стеной ничего не будет. Ничего. Потому что это проходные по нормам строительным. И при испытании дымоходов, если мы уже будем брать. То есть в районе 80-90 градусов это отлично. Вопрос, когда за 100 градусов. 120 – это уже плохо. До 100 еще терпимо. Все, температурно сделали обзор. Еще раз полюбуемся. Все, буду заканчивать на этом. Печка отличная, печка хорошая. Печка меня удивила. Удивила именно с точки зрения эффективности своей. Эффективности, повторюсь, сейчас на рынке очень много печей, и найти печку, которая бы реально работала бы режим газогенерации, режим дожига вторичных газов, ну, очень много. Хотя пишут практически все производители, указывают это как свое конкурентное преимущество. Нет, это не так. И поэтому мне интересно, я именно веду плейлист один именно по тому, как работают режимы, ну, тот же вторичный дожиг, да, и как регулировки срабатывают на шибер, работает на выход газов, на подачу воздуха в камеру сгорания. Ну, для меня это важно, потому что информации она есть, но ее мало. Я буду ее увеличивать. Надеюсь, что она будет вам полезна при выборе печи. Все, на этом буду заканчивать свой ролик. Маленький. Классная печка, да? Очень красиво, очень супер с точки зрения эффективности и эстетики. В первую очередь здесь эстетика. Это дизайнерская печка. Все, всем хорошего настроения. С вами был Дмитрий Михайлов, Comment By. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте заказывать у меня монтаж дымоходов. И, конечно, сами дымоходы. Пока.